Всем привет, ребятки, мы играем в игру Gold Rush. Будем собирать золото. Так, и чтобы собрать золото, нам нужно сначала найти его. Так, у нас есть такой вот металлодетектор, который мы с помощью него ищем. О, нашел. Вот наше золото. Так, давайте копать. Копаем, и что мы находим? Находим такой вот залежи золота. Давайте сначала его промоем. Промываем золото. О, смотри, я смотрю, золота будет много. Ну, сейчас проверим. И теперь нам еще нужно, так сказать, вручную промыть. Главное, аккуратненько вот так вот делаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное нам все это делать аккуратно, чтобы у нас не упало ни золото. Чисто камушки мы сталкиваем. Опа, смотри, как быстро. Нужно делать резко и останавливаться в конце. Ё-моё. Есть. Мы практически ничего не потеряли. Так, берем магнит для золота, собираем золото. Нам нужно все золото здесь собрать. Так, ну все, собрали все золото. И у нас еще есть копер. Копер это у нас медь. Все, медь тоже собрана. И сейчас мы будем взвешивать и посмотрим, сколько грамм у меня золота, сколько грамм меди. Предлагают за 700. Ну, давайте продадим за 694, практически 700 долларов. Так, следующий. Новый драгоценный камень открыли. А, нет, еще пока не открыли. Ух ты, камнедробитель у нас разблокирован. Хорошо. Смотри, давайте, смотри, перейдите в следующий. Так, ну что, давайте продолжим. Копать. О, смотри, ищем. А, мне нужно камни эти уничтожить. Ладно, сейчас посмотрим. Возможно, где-то в камне находится залежи золота. А, ничего нету. А, сначала нам нужно просто эти камни убрать. Слушай, точно. А теперь ищем металлоискателем золото. О, вот золото нашли. И давайте мы его выкопаем. Где-то здесь у нас было золото. Вот оно. Смотрите, как глубоко это находится. И сейчас мы его будем... А, промывать сразу на тарелочке. Такс. Вроде бы... меди нет здесь. О, камушки, они полегче. Они у нас все упали. Золото собираем. Фига, какие большие самородки, ребята. Сейчас мы их взвесим. Золотишко наше, сколько нам тут грамм? Чуть-чуть, до 18 грамм. Не это самое. 593 доллара. О, 1000. Давайте за 1000 продадим. Круто. Так, у нас 5500 есть. Драгоценный камень открыли. А, что там такое? Серебро. Мы, ребята, разблокировали серебро. Круто. Дальше играем. Так, давайте мы обновление детектора сделаем. У него лучше будет. Ух ты, какой красивый. Вау. Ух ты. Мы его сейчас максимально прокачаем. Вот это здорово. Вот это у нас какой детектор. Он, смотри, он большой. Смотри, мы сразу нашли золото. Представляешь? Эх, так, давайте копать. Сейчас выкопаем. О, мне здесь кажется, есть серебро. Серебро, правда, дешевле, чем золото, ну ладно. Так, промываем водой все. Убираем большие... Землю просто убираем. И эти остатки мы сейчас будем еще вручную промывать. Вижу, много серебра. Ох ты, там еще и золото, кажется, есть. Такс. Сейчас мы это камушки уберем отсюда. Ну, серебро очень мелкое, я смотрю. Давайте сразу сюда серебро соберем. О, сколько много. Надеюсь, там много грамм. Ну, мне главное золото. Потому что золото, оно дороже. Ну все, ребят, пошлите взвешивать. Сколько у нас серебра, интересно, получится. 65 грамм. 66 грамм. Фига, все, продаем. За 1156. И идем дальше. Так, новый драгоценный камень и новый инструмент. Мы потихонечку открываем. А, давайте обновим лопату. Такс.
Вот такой, такая у нас будет большая лопата. О, лопата все больше и больше. Хорошо, у нас есть бонус банк. Мы еще подрабатываем, кстати, в банке. Так, чувак не перенес нам слиток золота. Нам нужно его купить. Давайте занесем его в реестр. А3, Б1, С3. И проверим. Это оригинальное золото. Давайте покупаем его. Нам нужно 4300 ему заплатить. 2, 4 и еще 300. Пожалуйста. Так, следующий. Так, нужно проверить на подлинное золото. Б1, С1, А3. А, смотрите, фейк. Фейковое золото. Нет, 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 нет. Так, вызываем секьюрити срочно. Он еще, у него какой-то бластер, или это, водяной пистолет у него был. И с помощью поработали немножко в банке и заработали 3600 долларов. Это круто. Это очень здорово. А, давайте дальше играть. Такс. А, нужно сначала уничтожить вот эти камни, раздробить. Очистить территорию. Так, очищаем, очищаем. Вот это теперь, вот этот большой камень тоже мы сейчас уберем. И тут даже два таких булыжника. Теперь нашим супер-пупер детектором. Ох ты, как мы быстро нашли золото. Вот это детектор. Так, и у нас супер лопата большая. Вот, хорошо, мы прокачали лопату. Очень легко прочищать. Чистить. Вау, нифига, сколько тут камушков. Ребята, тут, мне кажется, и медь, и серебро. Аккуратненько мы это все делаем. Так, делаем. Ух ты. Я это все стараюсь максимально аккуратно, чтобы серебро у нас не упало. Камушки. Все. Так, голд. Сразу золото я соберу сейчас. Так, кажется, золота больше нет. И медь. Медь нужно собрать. Медь она дешевая, но ее обычно много. И осталось нам еще серебро. Так, все. Отлично. Смотрим, взвешиваем. Ого. Сам больше всего это меди было. Так, давайте посмотрим. Блин, падает мне золото, падает на торгах. Опа, продаем. Продаем за 1300. Хорошо. Следующий. Драгоценный камень. Смотри, новый. Скоро откроем. Что там за камень будет? Не знаю. Ух ты! Мы печку разблокировали. Здорово. Будем что, плавить еще золото потом? Так, давайте посмотрим. Так, вот золото есть, нашли. Угу, теперь выкапываем. Какой большой слиток, смотри. Промываем. О, вот это, смотри, глыба какая огромная. Мне такое еще ни разу не попадалось. Столько много, мне кажется. Сейчас мы это все промоем. И посмотрим. Много будет. А ну все. Посмотрим, посмотрим. О, да, смотри, полная чаша. И аккуратненько вот так вот мы сейчас будем камушки эти все высыпать. А, главное не проронить золото. И я вижу, здесь еще серебро есть. Да, отлично. У меня хорошо получается, слушай, я это... Прям научился, чтобы ничего не падало, не ронялось. Так, а ну-ка, а так можно камни отсюда, чтобы они упали? С чаши нет. Ну, хорошо. Так, золото и серебро. Вот, плавильная печь. Так, и что дальше? А, мы разогреваем. Вот, мы держим на ход. Дейнджер нам нельзя. А то не знаю, что будет. Все сильно распарится. Вот это у нас будет слиточек, ребятушки. Офигеть. И мы его в банк отнесем, да? Ой, какой красивый слиток. Здорово. Золото. Взвешиваем остатки. 22 грамма. Так, предлагает... Ну, блин, все не очень дорого, конечно. Ну, давай продадим за 1160. Так, следующий. Новый драгоценный камень мы откроем. Нет, еще пока не открыли. Ну, что мы здесь? Давайте прокачаем. Ух ты, обновление мойки. Давайте, конечно, ее прокачаем. Более крупные минералы будут у нас. Вот это здорово. Ой, какая красивая чаша. Ой, она еще больше становится. Смотри.
Так, ух ты, вообще красивая стала. Она увеличивается, увеличивается в размерах. Ну все, в принципе, достаточно. Давайте посмотрим. Мне интересно, а реально будут прям большие куски золота или нет? Сейчас мы берем камни и проверим. Надо вот этот отбойный молоток еще будет прокачать. Так, детектор у меня большой. Опа, а нет, это ничего интересного здесь нету. Так, чё-то не понял. Чё-то не понял я, ребята. Где-то золото здесь. Ну, подожди. Вот оно, нифига себе. А я что, здесь не смотрел, что ли? Так, копаем. Вот он, свиток. Серебро и золото, я так понимаю, там было. Да, большие, смотри, какие куски стали. Главное это все не уронить. Потому что и камни большие у нас, и сами слитки большие. Ну, их много еще, смотри. Так, все отлично. Вроде бы ничего не уронил. Так, собираем золото. Так. А, тут не серебро было, это медь. Просто медь. Но ее много. И пойдемте взвешивать. Сейчас взвешиваем. Посмотрим, сколько будет грамм. За 1600 он предлагает. Так, может, чуть подороже будет. 1400. Нет, подешевело. Надо сразу продавать, да и не париться. Ну, как-то так. Вот такая вот игрушка, ребята. Если понравилось, то обязательно ставь лайк этому видео. Изумруд мы открыли. Круто, ребята. В следующем ролике будем отмывать и вымывать изумруд. Ну, а я с вами прощаюсь. И всем пока. До скорых встреч. Пока-пока.